Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 21 апреля 2022 года. Приветствую вас всех на своем канале. Извините за качество звука, забыл дома микрофон, поэтому записываю без микрофона. Значит, открыл я вчера виноград в теплице, то есть 20 числа. Сегодня начал подвязывать, пролил теплой водой, порядка 55 градусов. Остался вот один куст, грею в ведре. Виноград уже в основном почки в форме конуса. Вот сейчас я подведу поближе, посмотрите. Вот в таком виде. Подкормил его кальциевой селитрой. 20 грамм на ведро воды. Это у меня куст кишмиша вереса. Дальше Надежда Азос только-только начинает. Он для нас слишком поздний, поэтому только начинает пробуждать свои почки. Вот, вот в таком вот виде. Следующий куст у меня Восторга. Восторг тоже уже почки начинает распускать. В таком вот виде. Далее Тимур. Любимый мой сорт винограда, хотя немножко трещит. Он пока еще спит, не начал почки. Вот в одном месте вижу, чуть-чуть начала почка пролазить. Дальше кишмиш цинус, молодой куст, в прошлом году посадил вегетирующим саженцем. Еще не проснулся. Здесь мои саженцы, прошлогодние остатки. Вытащил из погреба, тоже вчера привез. Здесь у меня ромбик. Ромбик тоже вот в таком вот виде. Далее в памяти учителя молодой куст. Вот тоненькая лоза у него. Вот, вот тоненькая лоза. Кишмиш 342. Уже в таком вот виде. Получается в теплице кишмиш 342. И кинельский ранний. Это самый ранний. Формы, которые у меня первыми стартуют, но они еще в среднем ряду сидят, поэтому им немножко теплее, то есть менее промерзает почва. Здесь у меня преображение, тоже вот в таком вот виде. Дальше у меня Аркадия, самый большой куст. Тоже уже почки в форме конуса. Дальше у меня Ливия. Молодой кустик в прошлом году посадил. Вот так вот он у меня пошел. Ну, буду делать нормировку. Лишнее все уберу. Супер экстра. Только-только начинает почки набухать. Дальше у меня кинельский ранний. Он же эффект. Вот один, видите, какой вымахал. Но я это все сегодня накрою. Видите, у меня спанбонд везде по углам. И последний курс сенсация. Он такой не сильно рослый у меня. Видите, лоза не очень толстая. Но как бы ягода очень сладкая. Сейчас я последний куст дополиваю. И после этого накрою свой виноград спанбоном. Потому что возможно даже минус один до конца этой недели. Поэтому накрою. Здесь у меня, вот видите, греющий кабель. Я уже вам показывал. Здесь у меня пульт управления его выставлен. Включается при 2,5 градусов тепла. Отключается при 3,5. То есть запасиком 2 градуса взял. Для того, что мало ли, может быть, немножко не точно прибор показывает, чтобы не попасться на возвратные заморозки. Поэтому все вот в таком виде. Сейчас дополиваю, все закрою спанбондом. Основной виноград на улице, наверное, буду на следующей неделе открывать, так как еще в пятницу, завтра, в субботу и воскресенье могут быть 0-1. На этом свое видео заканчиваю. Еще раз извините за качество звука. Всем хорошего настроения, отличного здоровья, мирного неба и всем пока!